Самые беспокойные музыкальные направления и самые интересные джаз и блюз наполнили звуками просторный зал. Зрителям оставалось только слушать и получать удовольствие вместе с музыкантами. Краснодарский биг-бенд Георгия Гороняна – это давно существующий коллектив, созданный Георгием Арамовичем Гороняном в 1999 году. Несмотря ни на то, что Георгия Арамовича с нами уже нет, мы все равно трудимся, развиваемся, стараемся делать новые программы, делать их на высоком уровне. Именно то качество, которое нам привил Георгий Арамович, мы стараемся всегда ему следовать и держать эту планку, заданную одним из величайших музыкантов советской эпохи. В 2001 году в Анапе состоялся первый на кубанской земле фестиваль джазовой музыки. Анапа, по сути, стала джаз-городом, где музыканты презентуют свое видение этого направления. Джаз – это танцевальная музыка. Она веселит и сочувствует, придает бодрости и хорошего настроения. Она разная, но всегда волнует. Профессионалы настаивают, чтобы понять джаз, сначала нужно послушать блюз. Это направление в музыке можно сравнить с русским романсом. Это тоже грустная песня. В ней переживания и чувства, только в нотах и песенных текстах. Блюзовые песни просты, красочны и полны эмоций. Ребята, которые учатся в художественных и музыкальных школах, пришли посмотреть, что такое настоящий джаз. Если есть такой бенд настоящий, наверное, детям, которые учатся музыке и пока не решили, будут ли они дальше учиться, становиться профессионалами или это для общего развития, услышать вот такую музыку в исполнении такого коллектива, возможно, это поможет определиться в их пути. Теперь можно не ждать изобретения машины времени, а просто приходить на концерт и наслаждаться качественной джазовой музыкой. Красивая музыка, красивый джаз. Это будто перенесся в ту эпоху джаза, как будто прям здесь афроамериканцы поют и играют на инструментах. Я бы хотел, чтобы как можно больше таких концертов, чтобы население видело эти концерты, понимало, любило музыку. Я не ожидал таких всплесков музыки. Мне очень понравился этот концерт. Мне запомнилась громкость, красота музыки. Так как я сам музыкант будущий, то я чувствую стиль, мне очень понравилось. И даже маленькая заминка с отключением света не помешала зрителям слушать любимую музыку и поддерживать музыкантов в темноте. После концерта зрители отметили, на несколько секунд остались наедине с джазом. Музыка стала еще ближе и понятней.